Откуда берется чистая вода в кранах чебоксарцев, сегодня показали депутатам городского собрания. Они посетили водоканал. Будут ли теперь народные избранники пить из-под крана и почему необходимо повысить тарифы на воду, расскажет Ольга Пырочкина. Для очистки воды уже давно не используют хлор. Перешли на гипохлорид натрия. Он и безопаснее, и обеззараживает лучше, начал рассказ директор водоканала для депутатов Чебоксарского городского собрания. Я пью из крана. Я вам сегодня могу демонстрировать, всем демонстрирую, что я доверяю лаборатории, потому что у нас стоят контрольные приборы. Они постоянно мониторят. Все, качество воды соответствует. Конечно, есть и в сетях, где-то в южном районе, там, да, сети изношены. Отсюда вот вода до источника, до последнего потребителя идет 24 часа. И чтобы она в течение 24 часов соответствовала, нужно ее постоянно поддерживать. То, что воду можно пить из-под крана, еще не означает, что на водоканале нет проблем. Первая всплыла на первом же объекте, в хлораторной. Еще в конце прошлого года реагенты для обеззараживания воды подорожали. Если гипохлорид производит чувашский Химпром, и по цене еще можно договориться, то расходы на привозной сульфат аммония выросли почти в два раза. От него, конечно, не откажутся, однако это уменьшает другие статьи расходов – ремонт, модернизацию. В помещениях, где вода фильтруется и отстаивается, тоже не все гладко. Перила не меняли уже 14 лет. Ремонт таких, казалось, мелочей, тоже требует денег. Заработная плата на водоканале ниже, чем в среднем по отрасли. Как следствие, молодежь работать не идет. Между тем, специалисты водоканала посчитали, сколько должен стоить куб воды для населения, чтобы у предприятия оставались средства на ремонт сетей и модернизацию системы водоснабжения. У нас самый низкий тариф в Приволжском федеральном округе, в городе Чебоксары, да, это водоснабжение 13 рублей 39 копеек, да. В соседних городах у нас тарифы достигают и 27 рублей, и 30 в некоторых городах. Экономический обоснованный тариф у нас составляет намного выше. Практически, если бы мы вышли на экономический обоснованный тариф, у нас бы тариф, если бы нам утвердили, он был бы 30 рублей. Ну, как практически в регионах. Поднимать тариф на 100 или даже 50%, разумеется, никто не будет. Но некоторое повышение горожан все-таки ждет. Пока приблизительно до 16 рублей 70 копеек. За счет того, что мы сейчас предусмотрим эту инвестсоставляющую, там она будет порядка 2,5 рублей в тарифе, да, за куб воды. Вот, это, в принципе, не такая уж и большая цифра, но за счет этих средств мы сможем уже порядок приводить в наши сети. К сведению, проблемы водоканала теперь примут и депутаты. Сооружение действительности и все аппаратуры, двигатели требуются замены, постоянной модернизации, в действительности требуется огромных вложений. Мы депутатским корпусом, работа это наша, комиссия наша, конечно, будем смотреть и утверждать планы работы по бюджету на следующий год. К сожалению, тариф будет поднят, но это все оправдано. Это все ради благих целей, ради в первую очередь наших граждан. Сейчас будет обсуждение, я думаю, там поднимутся какие-то вопросы. Я бы хотел задать вопрос руководству водоканала. Нет ли какой-то возможности у учреждения дополнительно зарабатывать средства? Они занимаются водой. Как мы знаем, сегодня многие заказывают домой бутилизированную воду. Во всех офисах стоят кулеры. Не всегда эта вода бывает из артезианских скважин. Иногда это просто высокоочищенная вода. Есть и хорошие новости. По федеральной программе здесь строится комплекс по переработке осадка. Это означает, что водоканал прекратит сбрасывать любые остатки, которые остаются после очистки в Волгу. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.